Шановні друзі, ми раді привітати усіх у галереї Арт Одеса літнього театру міського саду. Ми дуже вдячні за те, що сьогодні, не дивлячись на погоду, прийшло до нас тільки наших добрих друзів та гостей. Ми сьогодні відкриваємо новий проєкт. Це з початку війни вже 10-й проєкт у галереї Арт Одеса. І нам здається, що ми будемо працювати, і що це важливо для наших відвідувачів, для поціновувачів мистецтва, в частності сучасного мистецтва, тому що у нас сьогоднішній проєкт, я представляю вам Себастьяна Вірштейна. Давайте його привітаємо. Себастьян Вірштейн представляє сьогодні свій новий проєкт. Він називається «Міра», то є «Зеркало». Наші друзі і колеги-художники предложили це названня, і Себастьян його утвердив. Тому що, як нам кажеться, тема рефлексії, тема дзеркалювання, тема відраження на сьогоднішній день є достатньо актуальною для всіх нас. Ми дуже хвилювалися, коли готували цей проєкт, тому що Сєва – молодий одеський художник. В принципі, він достатньо відомий в своїх кругах, але насправді його така серйозна персональна виставка в Одесі перша. Це в некотором смислі дебют. І тому нам дуже приємно, що ви прийшли на це відкриття, що ви нас підтримуєте і проявляєте інтерес, в том числе и к творчеству молодых одесских художников. О проекте можно говорить много. Вы видите, что представлена серия работ, как мы их называем условно портреты. Мы говорим о том, что образы героев, они в общем-то в каком-то смысле не идентифицированы. И автор ставил перед собой именно такую задачу, что ему следует проработать вот какие-то такие вещи, которые, может быть, кажутся на первый взгляд не до конца понятными, но при более внимательном, более тщательном как бы вхождении вот в ткань этого проекта, в его энергетику, наверняка мы все можем ощутить тот уровень чувства и эмоций, которые, собственно говоря, Себастьян хочет как бы ретранслировать своему зрителю. Кроме того, есть еще и ряд таких вот абстрактных, полуабстрактных работ. Есть один коллаж, который тоже представлен в галерейном пространстве. Есть определенная часть графических произведений, крайне любопытных, как мне кажется. И в целом, я думаю, что мы можем пожелать Себастьяну творческих удач, успехов и, наверное, чувствовать себя востребованным и как автор, и как продаваемый художник. Так что мы искренне тебе этого желаем. Я хочу дать слово уважаемой Светлане Крижевской, которая любезно сегодня присутствует в галерее Арт Одеса. Светлана, буквально пару слов. Нам очень важно чувствовать поддержку со стороны мэтров одесских полуфильмов для нашей молодежи. Выставка называется «Зеркало». Зеркало чего? Зеркало души. И каждый человек, глядя в зеркало даже на самого себя, видит не только видимый, визуальный, внешний образ, а видит то, что внутри находится, то, что словами не высказано. Ну, иногда в поэзии это выражается. И вот задают вопрос, а почему без лиц? Ну, потому что тут важно, это просто образ проблем нашего времени. Мы все сейчас ищем себя, сегодняшнего, прошлого, пытаемся заглянуть в свое будущее. Кто с оптимизмом, кто с сомнениями. Сева человек очень тонкой души, очень чувствительный ко всяким вот этим биотокам, этим энергетическим потокам, которые сейчас нас со всех сторон вот так турбулентно охватывают. И он пытается вот понять себя, свое место в этой жизни. Вот я такой маленький, одинокий, но при всем изобилии черного цвета, при всем изобилии контрастных цветов, его искусство доброе, оно не агрессивное, оно не угрожает, оно заставляет задуматься, заставляет понять. И, а вообще я за него очень рада. Потому что вот он создал эту выставку. Кстати, у него очень красивая графика, там очень красивая фактура. Опять-таки, желание передать нечто, невыразимое словами, и понятие вообще реализма очень широкое. И в реализме не надо искать такого натуралистического фотографизма. А просто этот реализм, он идет шире, он идет в область такую невыразимую в каких-то материальных вещах, которые можно взять в руки, но не существуют, мы их чувствуем, мы не
всегда можем это словами выразить. А вот он пытается выразить то, что вот мы чувствуем, сказать не можем. А он пытается найти это вот. И вообще вот реализация себя через искусство, вот эта арт-терапия, это такое мощное средство. Нам сейчас приходится, вот я преподаю на худграфии, и в этом году, ну уже не в этом, даже в том году, пришлось с очень сложными проблемами столкнуться, что преподаватель, он не просто дает какую-то сумму знаний, какую-то сумму умений, ну вот в искусстве научить рисовать, там. Но преподаватель имеет дело с человеческими судьбами, а с молодежью это во многом определяет дальнейшую жизнь человека. Вот сможет он преодолеть свои стрессы, свои сомнения, свои боли, боли было очень много, а вот через искусство, через стимуляцию человека вылить свои чувства в зримых образах, ты разгрузишь себя, разгрузишь энергетически, и таким образом ты получишь силы жить дальше, принимать правильные решения. Я желаю тебе успехов. Спасибо огромное. Я желаю тебе. Сражайся. Будем жить. Ура. Валик Лапшина, обязательно пару слов об этом проекте. Валик – детский художник молодой, теоретик искусства. Поддержи своего коллегу, будь добр. Ну, вот уже Светлана все сказала, на самом деле, что я тоже думаю, что вообще, что такое искусство? Искусство – это способ выразить мысль не вербально, а визуально, правильно? И вот мне кажется, что Севины работы, они кричат на этом языке живописи. В нем настолько вот такая оголенная, мощная есть эмоция, что это не может как бы не резонировать с тобой. И очень важно понимать действительно вот насчет фигуративного искусства, насчет реализма. Тут как бы не идет речи о каком-то воспроизведении реальности на таком поверхностном понимании. Здесь идет речь о внутреннем, да, что внутри нас. И поэтому выставка называется «Зеркало», потому что мы видим вот эту вот экзистенциальную пустоту современного общества в этих картинах. Мы как бы смотрим и пытаемся понять, кто мы, да, что такое человек. И вот очень важный аспект, то что Сева работает как психолог, потому что, вот смотрите, эти картины, они удивительны чем? Там нет вообще ничего, как бы, да, это просто шарик на фоне какого-то цвета, да, какой-то красный шарик на фоне оранжевой стены. Но мы при этом безошибочно узнаем человека в этом, да? То есть у нас не возникает вопросов, что это. Это человек, да? Хотя у него нет ни ушей, ни глаз, ни носа. Это все равно считывается как образ человека. И более того, мы ощущаем эмоцию этого человека. Вот если из него какие-то торчат там шипы зловещие, да, мы начинаем чувствовать, что этот человек злится, да? Или вот человек как будто бы думает о чем-то. То есть это очень хорошо, потому что в искусстве нет никаких правил. И вот этот вот такой нигилистический экспрессионизм, который Сева здесь показал, это дорогого на самом деле стоит, да. И как бы очень многие мастера, они всю жизнь упрощают, да, свои работы. А Сева уже на начале как бы своего творческого пути, можно сказать, выбивает дверь ногой и сразу же показывает такую смелость, которой, допустим, там Сайт Вомбли, Марк Роско пришли уже будучи зрелыми, состоявшимися художниками. Я тебя поздравляю. Спасибо. Проект на самом деле очень сильный. И тут очень важно понимать, что зритель не всегда на самом деле ощущает масштаб художника, когда он смотрит на картины. Вот, и мне, как художник,
который пришел и увидел это в первый раз, все в контексте, все вместе, я думаю, что у Севы есть большое будущее. Вот. И мы должны его поддерживать и помогать ему в этом. Все, спасибо. Спасибо большое. Ну что ж, принципы нашей выставки открыты. Я буквально еще одно слово скажу. У нас есть один очень неожиданный арт-объект. Вы, наверное, обратили внимание, да? Это настоящая ракета, которую нам привезли с фронта наши близкие друзья и коллеги. К сожалению, сегодня мы не можем как бы, да, сделать вид, что мы этого не замечаем или не знаем. Мы потом будем собирать какие-то средства в помощь нашим друзьям. Нам нужно там купить кое-какую технику для того, чтобы поддержать активно те действия боевые, в которых они участвуют. Мы решили, что этот арт-объект, он в каком-то смысле созвучен вот, как бы, да, концепции выставки Себастьяна Витштейна. И я думаю, что мы его просматриваем, и, наверное, конечно же, ужаснемся с одной стороны. Вот Лера Хокина пришла, она предложила назвать это произведение «Язык войны». Мы так и подпишем наверняка его чуть попозже. Вот. Но единственное, что нам остается надеяться на скорейшую победу, на какой-то мир, который мы жаждем всеми фибрами, всеми силами души, всем своим существом, на победу нашей страны, Украины, и на то, что мы будем уже в мирное время, дай Бог, чтобы поскорее вот так вот собираться таким же кругом наших добрых друзей и гостей, и будем наслаждаться искусством. Наша выставка открыта. Я вас всех поздравляю. Ты хочешь сказать пару слов, поблагодарить? Да, всем спасибо, что пришли. Да, я очень рад вас всех видеть здесь. Это мой первый проект. Надеюсь, вам все понравилось. Да, да, у меня всякого сомнения. Ура! Поздравляю тебя!